Всем привет! Вы на канале компании «АвтоСтронг». У нас на канале уже более 100 обзоров автомобилей разных марок, в том числе есть и китайские. Также мы обозревали и электромобили. А сегодня у нас Dual Combo – европейский автомобиль китайской сборки. Итак, встречаем Volkswagen ID.4. Вот такой интернациональный красавец в Китае выпускает два совместных предприятия Volkswagen. Завод Volkswagen SAIC выпускает версию ID.4X, а на конвейере Volkswagen FAF производят версию ID.4 Cross, как в нашем случае. Еще выпуск модели ID.4 налажен в Германии и Северной Америке, но это уже другая история. Этот обзор про китайские автомобили немецкой марки. Такие ID.4 к нам активно завозят из Китая по двум причинам. Они дешевле и нет проблем с импортом. Ну, для сравнения, европейский ID.4 стоит от 42 тысяч евро до 52 тысяч евро. А вот такой китайский, уже привезенный к нам, обойдется от 35 до 45 тысяч долларов. Версии X и Cross немного отличаются внешне. У них разные бампера спереди и сзади. Есть отличия в стилистике фар и фонарей. Версия Cross максимально похожа на европейскую, а версия X более оригинальная, с вытянутыми по крыльям уголками и здоровенной балкой задних фонарей. Но в сущности обе версии идентичные. Однако, если внимательно изучать комплектации и оснащение, то выяснится, что версия Cross богаче. У нее адаптивные амортизаторы, также есть память водительского сидения, а в топовой комплектации панорамная крыша. А у версии X больше вариантов цвета и декора салона. Эти машины выпускаются с 2021 года и имеют задний либо полный привод. Базовая комплектация Pure заднего мотора выдает 177 лошадиных сил и имеет батарею емкостью 50 кВт-час. Остальные заднеприводные Volkswagen ID.4 имеют батарею с доступной емкостью 77 кВт-час и 204 лошадиных сил мощности с заднего мотора. А полноприводные версии имеют мощность 310 лошадиных сил, а запас хода с максимальной батарейкой до 600 километров. По габаритам эти кроссоверы почти совпадают с Тигуаном второго поколения. В длину почти 4,6 метра, но колесная база длиннее на 8 сантиметров. То есть вот этот ID.4 – это достаточно вместительный автомобиль с багажником объемом 484 литра. Как обычно, в наших обзорах мы рассказываем про опыт эксплуатации, про проблемы, про поломки, про пути решения проблем и поломок. Но если вы владеете этим автомобилем не один год, то, скорее всего, вы многое прошли и многое о нем уже знаете, особенно если вы тесно общаетесь в сообществе тех людей, которые владеют и любят эти автомобили. Начнем с тех проблем, которые были успешно решены. Дело в том, что запас хода ID.4 в холодную погоду не впечатлял. А дело в том, что при температуре плюс 8 и ниже система термоменеджмента подогревала батарею на полную. И, естественно, много энергии самой батареи уходило на ее подогрев. Но буквально прошлой весной вышла новая прошивка, которая исправила эту проблему. И теперь при температуре плюс 8 и выше система подогрева отключается. Если температура от 0 до плюс 8, то тогда батарея подогревается на 50%, то есть 50% мощности идет на подогрев батареи. А если температура 0 и ниже, то батарея греется на максимум. Ну а теперь посмотрите несколько секунд на салон ID.4. По-моему, он очень футуристичен и интересен.
Секторы прошивки, которые начинались с числа 15, у ID4 были невероятно глючные. Отваливались постоянно какие-то ассистенты, ну типа парктроников, типа функций круиз-контроля. Но самое неприятное было то, что после запуска автомобиля экраны, что панели приборов, что мультимедии, оставались черными. И при этом все как бы работает, но толком ничем пользоваться нельзя. Наверное, многие владельцы ранних Volkswagen ID4, выпущенных до 2022 года, помнят многоступенчатый ритуал перезагрузки с выдергиванием предохранителя и снятие клеммы с 12-вольтового аккумулятора на полчаса. Для оживления мониторов иногда это приходилось делать 3-4-5 раз. Эта проблема с выключением экрана случалась в основном в холодное время года. И Volkswagen выпустил специальную рекомендацию. То есть надо включать максимальный обдув лобового стекла. Кнопочка, кстати, находится вот слева на блоке управления света. Устройство подогревалось и начинало работать. Однако было немало случаев, когда головное устройство зависало намертво, и специалисты по вот этим делам могли оживить его за очень большие деньги. Но иногда случалось так, что устройство погибало насовсем, и требовалась его замена. Вышедшие примерно год назад прошивки не только оптимизировали термоменеджмент, но и убрали много глюков. И, казалось бы, проблема с черными экранами осталась в прошлом. Но это не совсем так. Экраны все-таки иногда не включаются. И тут подоспела компания Volkswagen с сервисным бюллетенем, где было написано, что эта проблема из-за разряжения 12-вольтового аккумулятора. И его предписано менять по гарантии. За пределами Китая поклонники Volkswagen ID4 стараются поддерживать в хорошей форме эту батарею. Она обычная, свинцовая. Ну, по крайней мере, они ее подзаряжают. Можно, кстати, эту батарею заменить на улучшенную, типа EFB или AGM. Говоря о прошивках, они сюда не залетают по воздуху. То есть прошивка заливается в каждый блок. И эта процедура может занять целый день. И делают это дилеры за пределами Китая. Это делают специалисты. И они устанавливают прошивку так, как будто это сделал дилер. Эта услуга не дешевая, но актуальна для ранних машин, номер прошивки которой начинается с цифры 15. Самая актуальная прошивка на сегодняшний день – это с числом с первым 29 в ее коде. Такие машины начали сходить с конвейера примерно год назад. Самостоятельно можно установить прошивку только мультимедийной системы. Ее закачивают на флешку, а ПО выкладывается, так скажем, на клубном ресурсе, где описан весь полный гайд по установке и обновлению. Но контакт специалиста по оживлению блоков все-таки надо иметь в наличии, потому что обновление может обернуться черным экраном, то есть ПО нормально не встанет. Говоря о мультимедийном устройстве из Китая, оно и заточено под Китай. Есть два языка – китайский и английский. И за пределами Китая подключение к интернету не работает. Софт мультимедиа поддерживает Apple CarPlay, а поддержки Android Auto нет. Штатная навигация не работает вообще. Из-за отключенного за пределами Китая GPS распознавание знаков работает плохо и нельзя настроить часы зарядки в автомобиле. А это актуально для тех, кто заряжается от своей розетки. Полный функционал и другие языки вплоть до русского можно получить, если установить головное устройство от европейского ID4. Это, возможно, обойдется в пару тысяч евро. Хотя, может быть, когда-нибудь и будет решена проблема китайских головных устройств. Многие владельцы не знают, что антипробуксовочная система отключается. Ловите лайфхак. Просто эта галочка запрятана далековато. На самом деле, на этом месте можно закончить обзор неполадок ID4. Все остальные малоприятные вещи с ним встречаются крайне редко. Можно сейчас поговорить
Про эргономику салона есть некоторые вопросы. Например, с кнопкой максимального обдува лобового стекла, ну, мы об этом рассказывали. Также на подлокотнике водительской двери всего две клавиши по управлению стеклоподъемниками. Чтобы управлять задними стеклоподъемниками, надо нажать кнопочку Rear. И боковые зеркала, то есть их подогрев и складывание, управляется джойстиком их регулировки. У ID4 с панорамными крышами появляется скрип всего купола. Мы знаем, что панорама скрипит и на европейских ID4. Скрип крыши появляется и исчезает в зависимости от температуры. С этим ничего не поделаешь. Хотя, если в теплую погоду пролить силиконом уплотнитель стеклянной панели, то это может убрать скрип. А вот если скрипит шторка панорамной крыши, то ее направляющие нужно и можно смазать. Иногда поскрипывает экран проекционного дисплея. И если этот скрип беспокоит, то тогда надо снять панель вокруг проекции и сам проектор и проклеить все тканевой лентой. И это поможет. Иногда появляется скрип двери багажного отсека, но его можно устранить с помощью установки резиновых упоров, так называемых конусных отбойников. Эти детали подходят от многих привычных моделей Volkswagen и Skoda. Более актуальная проблема – это то, что емкостные датчики в дверных ручках не срабатывают в сырую погоду. Или когда ручки покрыты дорожной грязью. Если датчики не работают, то система бесключевого доступа не отпирает центральный замок. В сырую погоду датчик в рукоятке может сработать, если приложить к нему всю ладонь. У кого-то получается разобрать ручку и загерметизировать датчик, но в целом, чтобы открыть центральный замок, не используя брелок, нужно, чтобы ручка была сухая и чистая. Напоминаю вам, что в автостронге помимо очень качественных БУ запчастей есть абсолютно новые запчасти и технические жидкости, так что обязательно пишите нам, заходите на наши сайты и звоните. Будем рады. И также у нас есть еще подразделение «Мотостронг». Мы сами привозим мотоциклы из Европы, продаем байки с минимальными пробегами и с полным пакетом документов. Нужен мотоцикл? Звони в «Мотостронг». Ссылочки в описании. Ну а сейчас мы поехали на СТО, чтобы подробно вам рассказать об этом автомобиле. Ну что, мы на СТО и продолжаем. У Volkswagen ID4 есть регламент обслуживания. Появляться у сервисменов нужно каждые 10 тысяч километров. Хотя этот интервал можно изменить до 20 тысяч километров, причем в штатном головном устройстве. А вот эти вот регламентные работы, они в принципе состоят из инспекции. Итак, что нужно менять? Фильтр салона раз в год, тормозную жидкость раз в 2 года. Проверять угол установки колес надо после 3000 километров пробега. Это обязательно нужно делать, то есть это регламент после покупки нового автомобиля. Интересная особенность у версии с тепловым насосом, то есть там в систему кондиционирования залит хладагент R744, а это высокоочищенный углекислый газ, то есть CO2. Часто владельцы Volkswagen ID4 хотят что-нибудь отремонтировать или заменить в своем автомобиле, и выбор падает на масло в редукторах. Другого масла здесь нет. Может, и не зря они хотят это сделать. Надо поменять масло и убедиться, что в редукторах залито не менее 900 миллилитров масла, потому что иногда бывает меньше. Для замены достаточно 1-литровой канистры оригинального масла, стоит $70, либо же не оригинального, стоит $15. Масляного фильтра в редукторах нет.
Говоря о ходовой части, можем вспомнить, что в некоторых ID4 раздаются щелчки в районе ступиц. Щелчки слышны во время трогания и смены направления движения. Щелчки можно убрать подтягиванием болта, который фиксирует полуось в ступичном подшипнике. Иногда в задней пассивной подвеске постукивают амортизаторы. Их можно заменить на амортизаторы с европейской версии, на оригинальные, а также можно на неоригинальные от Bilstein. Но стоят они по $250 штука. Если сзади что-то бренчит, то обращайте внимание на проложенные вот по колесным аркам шланги и жгуты проводов проводки. Они могут просто барабанить по поверхности арок брызговиков. Подвеска на этих автомобилях ничем не примечательна. По сути, она такая же, как и у платформы MQB. Но вот эта платформа называется MEB. Для электрических авто. Volkswagen ID4 с обоих китайских заводов уже появляются в каталогах запчастей. Но отнюдь не все запчасти есть в наличии, поэтому обширной информации по ценам у нас нет. Например, шаровая опора легко снимается, но пока не продается в онлайн-магазинах. Но зато можно ее найти на китайском маркетплейсе. Стоимость $40 с доставкой. Два сайлентблока переднего рычага. На вид одинаковые, но на самом деле они разные. Передний стоит $50 за оригинал, 15 за заменитель. А задний можно найти только в оригинале, пока за $50. Стойки стабилизатора можно найти от 15 до $45. Также можно найти опорные подшипники по цене от 50 до $85. В задней подвеске по 5 рычагов на каждое колесо. Отдельно детализируется верхний сайлентблок кулака и пара нижних. Найти в продаже их можно пока лишь на китайских маркетплейсах. Подшипники обоих осей идут вместе со ступицами. В продаже их нет, но и нареканий на подвеску нет, потому что слишком мало пока прошли эти машины. В общем-то, любые запчасти для вот этих автомобилей можно заказать из Китая. Единственное неудобство – это нужно будет ожидать поставки. Если вы хотите предложить нам вашу машину на обзор, то милости просим, присылайте предложение на почту. Почта будет в описании к этому ролику. История Volkswagen ID4 пока только начинается, но все выглядит достаточно неплохо. Да, есть проблемы, но все они практически по части ПО. Все решается. Лучше покупать такую машину самую свежую, ну, либо же более старую машину со всеми перепрошитыми блоками. Ну, а в остальном здесь все порядке. Мы будем следить за этими машинами и, может быть, вернемся к вам с обзором этой же машины через несколько лет и расскажем про все ее недостатки и эксплуатационные особенности. Если вы хотите, чтобы мы и дальше делали вот такие вот классные обзоры, то нам обязательно нужна ваша поддержка. Подпишитесь на наш канал, нажмите колокольчик, поставьте лайк этому видео и поделитесь этим видео в соцсетях. Помните, что поддержка нашего канала – это плюс 500 тысяч километров к ресурсу вашего автомобиля. С вами всегда была, есть и будет компания «АвтоСтронг».